слушайте, он стрелял вообще всюду, куда могли полететь его пули. И Гаврила с утра мне приговорил кастрюлю морфия и вмазал по Фердинанду, добрейшему, кстати, политическому животному той пары. И вот пошло-поехало. Причины войны до сих пор неизвестны. Но еще, вероятно, в качестве причин войны стоит упомянуть невероятную тупость русского царя, который сам выкрутил патриотической пропаганды, сам